Как сберечь хвойные от мокрого снега? Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня речь пойдет о пагубном влиянии мокрого снега на хвойные растения. И если не предпринять меры, что с ней будет? Ну, вообще-то, если снег хороший, то ничего не поможет, я вам сразу говорю. Несколько раз стряхивали. Но сейчас мороз стоит, минус 10, поэтому стряхивать нежелательно. Пойдемте дальше. В основном надо обвязывать растения. Вот кипарисовик обвязанный, он очень хорошо себя чувствует, видите? Ну, верхушку чуть-чуть согнуло, но это ничего страшного, придет время, он расправится в апреле месяце. А вот туя-брабант, видите, ее расщепило как. Дай бог, чтобы не поломало. Но я думаю, все будет нормально и все. Можжевельники тоже, которые хорошо связаны. И то, их понаклоняло все. Даже хорошо связаны очень сильно. Это мы стряхивали уже несколько раз. И ночью выходили, стряхивали. Снег шел мокрый очень долго. Ну, почти двое суток. Ждем, что они где-то обвязаны. Сейчас мы их будем выпрямлять. Обвязывать надо было лучше. Вот это что нагнуло, я даже не знаю. Так нагнуло ветку, что... А это туя. Ай-яй-яй-яй-яй. И вот это туя восточ. Ну, если посмотреть вот на эту тую. Вот, посмотрите, елки и сосне самое хорошо. Они под снегом не боятся. Снег мокрый, тяжелый. Мои туи 7-метровые, вообще не 7-метровые. 15. Да. И сколько снега выпало? За сколько времени? За 3 часа. За 3 часа. А какой запах идет? Идет, да? Потому что ветки ломает. Ну да. Как в лесу. Да, как лес. Так, переходим на другую сторону. Здесь у нас туя. Ну тоже, сейчас трогать нежелательно. Сейчас у нас дожди обещают. Поэтому... Вот наша изгородь. Изгородь, которая небольшая была, бордюрчика. Большие изгороди все развалило. Ну, я думаю, тоже все восстановится, так что... Изгородь из кизильника блестящего тоже. Вот видите, мы его не стряхивали. Почти, ну, 50 сантиметров снега было точно. Еще он подтаял. Сосна. Туя восточная, не связанная. Если вот те вот дальние взять, они очень хорошо связаны. Видите, как они стоят ровненько. Тоже не стряхивали с них снег, а... Ну а до этой просто добраться. Тут под низом посажены совершенно маленькие. Вот тут под низом посажены совершенно маленькие.
ну, сантиметров по 70, а там еще меньше. Всех попридавливало снегом, но это тоже ничего страшного, все отойдет к апрелю. Дальше пройдем, посмотрим, какой коллапс тут есть. Ну, туя восточная тоже восстановится, я за нее не переживаю. Ель колючая, голубая, с которой мы снимали видео примерно чуть больше недели назад. А веточка, которую надо брать на черенки. Поэтому... Сейчас она в таком состоянии. Так, ну и что вам еще показать? Ну, в принципе... Вот видите, сколько снега. Где-то примерно сантиметров 60 есть точно, но это равно еще подтаял. Вот туя колоновидная, которую мы не обвязывали. Но она плотная была. Ее обрезал я постоянно. Сейчас, видите, она... Ну, снег мокрый. Сосна выдерживает очень хорошо. Да. Вот даже взять сосну, которую я отпихнул вчера. Вот эту сосну я вчера плеснул и как бы ее погнуло, но она выпрямится. Потом, конечно же, все как потеплеет, обещают дожди через 3 дня. Неизвестно, какая погода будет. Погодка нас радует. Если зайти отсюда, посмотреть. Вот видите, вот здесь вот туя вот восточная. Она вся погнута. Там вот я смотрю, вот это все сосна тоже, вот где мох постряхивал. Здесь была шапка сантиметров 40, наверное. Ну, в принципе. То есть надо обвязывать, все обвязывать очень хорошо на зиму. Даже высокие, вот те, видите, как их согнуло. Были 7-метровые, очень хорошие, красивые туи. Ну, придется их обвязать. Сейчас придет весна. Я думаю, к марту все оттает и обвяжем их. И хорошо, они восстановятся. Или уже будем обрезать, смотреть по обстановке. Жалко, конечно, обрезать. Ну, а с этим я не знаю, что. Стряхивать, конечно, надо, но сейчас мороз нежелательно. Так же, как и можжевельник. Ну что, пойдемте посмотрим еще маленькие наши. Вернее, то, что не видно их. То, что не видно под снегом. Вот здесь четырехлетка слева. Вот здесь четырехлетка вся под снегом. А вот про те туи, которые я рассказал. Вот они обвязаны хорошо, видите, стоят. А там они полный сугроб. Поэтому обвязка очень важна. Тис колоновидный. Не обвязывали ничего. Ну, стоит как бы нормально. Вот видите, это наш. Питомник. Здесь однолетка, двухлетка. Там дальше теневики. Все под снегом. Сантиметров 40. Кстати, внутри там я снега не замечаю. Так-то и вам уж и не видно, а я вижу. Вот сосна, а вот туя. Тую вот, видите, она согнувшаяся. Я просто сейчас не в сапогах, чтобы туда пролезть. Ну, что делать? Я ее 4 раза обтыхал. Здесь идет у нас тоже все посаженный материал. Ну, то, что ушло под снег, это хорошо. Ну, это все, уважаемые друзья. С вами был Евгений Филимонов, питомник Хвойный дворик. Удачи!